каждый день. Да, пора начинать. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букетик цветов, и вечный огонь зажигает. Торжественно траурный митинг, посвященный дню неизвестного солдата, объявляется открытым. Thank you.
принципе, по освобождению мира от нацизма и фашизма не может быть забыт. В 2014 году в календаре воинских праздников и памятных дат появилось новое – 3 декабря, день неизвестного солдата. Сегодня, 3 декабря, во всех уголках нашей Родины мы отдаем дань памяти воинам, погибшим в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами. Всем тем, чьи имена неизвестны, а подвиг... Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Тоснинского городского поселения Поречному Михаилу Ивановичу. Дорогие друзья, сегодня действительно знаменательная наша победа. Любимые отцы, мужья и сыновья не дали Русь поставить на колени. Пусть будет пухом им спасенная земля, цветущим садом веточка сирени. Мы помним те войны. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Тельмановского сельского поселения Иванову Владимиру Ивановичу. Дорогие мои, спасибо вам за то, что вы пришли поклониться светлой памяти павших неизвестных солдат. Здесь у нас, вот где мы стоим, похоронено более 1000 человек неизвестных. Последнее захоронение было в 2002-2003 годах, когда строилась здесь мемориал. Это траншею и в гробах экскаватор рыл, укладывали погибших, неизвестных. Поэтому мы поклонимся, кланяемся всем тем неизвестным, кто погиб в этой кровопролитной и страшной войне. Вечная им память. Те далекие годы. И больше никогда не сможет увидеть ясное небо и многое другое, что мы называем просто жизнью. Память о героях, отдавших свою жизнь за свободу и счастье для грядущих поколений, объявляется минута молчания. Вечная память защитникам Родины, безвременно ушедшим из жизни и навсегда оставившим память и чувство благодарности в наших сердцах. Приглашаются представители Тельмановского сельского поселения.
приглашаются представители молодежных движений Тоснинского района. Приглашаются жители и гости нашего поселения. И мы в молчанье головы склоняем перед бессмертным подвигом бойца. Соединим же верные сердца и скажем, как невелика утрата, пусть нет фамилии у нашего бойца, есть звание российского солдата. Мы благодарим вас за участие в церемонии возложения цветов в рамках всероссийской акции «Никто не забыт». Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, объявляется закрытым. Давай, готов.